Автобусное сообщение между Железногорском и Красноярском сохранится в полном объеме. Ранее мы рассказывали, краевой Минтранс запретил местному частному перевозчику выпускать маршрутки в рейс. У предпринимателя не оказалось ряда документов. Между тем, его услугами ежедневно пользовались сотни горожан. Люди опасались, что с таким количеством пассажиров муниципальное предприятие просто не справится. К счастью, автобусного дефицита удалось избежать. Подрядчик определили по конкурсу. На линию он выведет 6 машин.